Организаторам и учредителям этого красивого события, а ими уже четвертый год становится Национальный исследовательский Томский государственный университет и школа хореографического искусства Академия танца. Эти люди, это много людей, тратят огромное количество сил, времени и энергии для того, чтобы сохранялась и развивалась уникальная русская танцевальная культура и для того, чтобы у детей, подростков, да и взрослых воспитывался художественный, эстетический вкус, для того, чтобы они понимали, что такое наши корни, наша культура, подпитывались ею и развивали ее в свою очередь. Спасибо им огромное, и я с удовольствием приглашаю на сцену проректора по социальным вопросам Томского госуниверситета Сергея Павлиновича Кулишского и председателя профсоюзной организации сотрудников ТГУ Олега Эдуардовича Мерзлякова. Дорогие друзья, добрый день. Спасибо, что вы нашли время и пришли в этот зал Томского государственного университета. В этом году этот конкурс, как и все мероприятия, проводимые университетом, проходят под эгидой 140-летия. 140 лет назад был основан Томский университет. И это крайне важно, поскольку на всем протяжении существования, работы, три базовых процесса непрерывно переплетались и переплетаются до сих пор. Это образование, это наука и, конечно же, воспитание. Воспитание через культуру, воспитание через патриотизм, воспитание через любовь к родине. И эти конкурсы, особенно для детей, Томский государственный университет и организаторы в лице профсоюзной организации Томского государственного университета считаем, что крайне важно, поскольку одна из важнейших компетенций любого выпускника университета – это умение работать в команде. А поскольку кроме вокальных номеров есть еще и ансамбли, большие коллективы, то умение работать в этом ансамбле и в коллективе в том числе важно, как это ни странно, на первый взгляд, но это именно так, работать уже на производственных площадках, коллективах. Поэтому мне хотелось бы в первую очередь обратиться к взрослым. Если ребенок желает, то надо его, конечно же, как вы это сейчас и делаете, и дальше стимулировать, находить новые формы, находить новые возможности. И тогда, по прошествии времени, вы услышите обязательно, как хорошо, что вы это делали. Мама или папа, бабушки или дедушки, дяди и тети. Поэтому спасибо вам за общий труд. Томский государственный университет открыт и ждем вас не только на этих, но и других мероприятиях. Спасибо! Добрый день, дорогие друзья, гости, участники, высокое жюри,
этого замечательного конкурса русского танца. Я помню, как 4 года назад, когда мы только начинали этот конкурс, и оказалось не только в Томске, не только в Томском государственном университете, но и в регионе, за Уралом, ко мне пришли инициаторы организации этого конкурса, Лариса Быстрицкая. Я думаю, нужно поаплодировать ей отдельно. Спасибо большое. И заведующая нашим детским садом с просьбой о том, чтобы мы поддержали инициативу организации этого конкурса для муниципальных, вернее, для подведомственных детских садов. Их в городе на тот момент оставалось не так уж и много, но вот они как-то были обделены всевозможным участием в конкурсе. И мы, конечно же, поддержали именно направление русского танца, и сейчас считаем, что это было сделано правильно. И вот за 4 года с цифры 60 человек мы сегодня видим участников в количестве 700, как мне сказали организаторы. И, конечно, уровень сегодняшний выступающих очень-очень высокий. Большое спасибо администрации Томской области, администрации города, что в этом году поддержали нашу вот 4-летнюю инициативу. И этот конкурс сегодняшнего года стал действительно всероссийским. Большое спасибо всем организаторам, отдельное спасибо еще раз Ларисе Быстрицкой, моему заместителю Алексею Мясникову, которые, конечно, очень много времени и своего личного потратили на вот эту организацию. А вам я желаю приятного просмотра и дальнейших успехов в этом направлении искусства. Спасибо. Спасибо большое и огромное спасибо Томскому госуниверситету просто за гостеприимство, за красивую и очень удобную для народного танца сцену. Спасибо вам большое. Продолжает наш гала-концерт самые маленькие участники конкурса. Веселая кадриль в исполнении ансамбля «Топотушки» детского сада номер 63. Thank you.
хореографический коллектив «Ладушки» с номером «Марьюшка». И руководители отборочного тура 4-го всероссийского конкурса «Сибирская матрешка». Алексеев.
Я не ожидал, что я буду говорить, я вообще не готовился. Поздравляю вас всех, ребят. Вы самые классные, самые красивые. Самые-самые привлекательные. Девчонки у нас вообще потрясающие. А когда мальчишки выходят на сцену, я горжусь. Спасибо вам всем за эту радость, которую доставляете зрителям, родителям и нам, всем сидящим в зале. Спасибо. Вот мы так впервые приходили, вообще здорово. Давайте сделаем так. Вы сюда, я сюда, и буду передавать вам диплом. Диплом отборочного тура вручается за участие в студии современного танца «Свой стиль». Руководитель Евгения Гончарова. Благодарственное письмо вручается Евгении Гончаровой, руководителю студии современного танца «Свой стиль». Диплом за участие вручается хореографическому коллективу «Каскад». Школа номер 36, город Томск, руководитель Нина. Не успела разглядеть. Благодарственное письмо вручается Нине Червяковой, руководителю хореографического коллектива «Каскад». Спасибо. Диплом отборочного тура за третье место вручается коллективу «Каблучок», детский сад номер 49, город Томск. Руководитель Ирина Чепчугова. Благодарственное письмо руководителя. Диплом отборочного тура за третье место вручается Екатерине Григорьевой. Коллектив «Созвездие», город Томск. Диплом за третье место вручается хореографическому ансамблю «Звонкий каблучок». Томск, руководитель Надежда Вех. И благодарственное письмо руководителю. Диплом за третье место в отборочном туре вручается танцевальному коллективу «Непоседы». Поселок Мирный Томского района, руководитель Анна Мартишева. Диплом отборочного тура за третье место вручается Алине Мелехиной, хореографический коллектив «Жемчужина», гимназия 56, город Томск. Руководитель Галина Чудакова. Не пришли, вчера выплеснулись, и сегодня... Ничего, награда своего героя найдет. Хорошо. Диплом отборочного тура за третье место вручается коллективу «Танцевальный букет». Город Томск, руководитель Алья Шарепов. Благодарственное письмо тоже вам. Диплом отборочного тура за третье место вручается хореографическому ансамблю «Веселинка», детский сад номер 44, город Томск, руководитель Наталья Гандюк. Диплом за третье место в отборочном туре вручается хореографическому ансамблю «Малахит», город Томск, руководитель Мариана Важова. И вот они, конечно. Спасибо вам большое, зал аплодирует вам. «Малахит», город Томск. Диплом отборочного тура за второе место вручается хореографическому коллективу «Калейдоскоп», поселок Рассвет, руководитель Нина Макарова. Второе место в отборочном туре получает коллектив «Теремчата», Проскоковский детский сад «Теремок», руководитель Ирина Кравченко. Первое место в отборочном туре вручается хореографическому коллективу «Топотушки». Детский сад номер 63, город Томск, руководитель Татьяна Серебова, Любовь Ларина. Поздравляем вас! Есть еще у нас награды в отборочном? Есть! Еще одно первое место в отборочном туре вручается Дарине Ключко. Хореографический ансамбль «Проскоковский». «Сапфир», Кемеровская область, Югинский район. Руководитель
Я назову Галина Галеева. Спасибо вам большое. Поздравляем тебя, Дарина. Еще одно первое место в отборочном туре вручается диплом хореографическому коллективу «Ручеек». Это тоже детское учреждение номер 76, город Томск. Руководители Наталья Лукашова, Ирина Сорокина. Как у нас хорошо с первыми местами в отборочном туре. Еще одно первое место есть и вручается диплом за первое место хореографическому коллективу «Букет». Город Томск, руководитель Олеся Трофимова. Сами сегодня самостоятельно. Еще одно первое место. Номинации разные, конечно. Это номинация «Стилизованный русский народный танец» до 7 лет. Студия современного танца «Свой стиль». Руководитель Евгения Жестова. Где же победитель Гудвини? Поздравляем, девочки. Первое место в отборочном туре в номинации «Сценический русский народный танец». Ансамбль народного танца «Калинка». Алтайский краевой дворец творчества детей и молодежи. Город Барнаул. Руководитель Светлана Рейник. Ничего, мы все передадим, все в руки отдадим, все награды свои получат. Первое место в отборочном туре в номинации «Стилизованный русский народный танец» получает коллектив «Детское время». Город Томск, руководитель Татьяна Коваленко. Награды все, спасибо вам огромное. Спасибо вам, ребята, с дебютом, с победами. И можно возвращаться в зал. Гала-концерт 4-го конкурса русского танца «Сибирская матрешка» продолжает танцевальный коллектив детско-юношеского центра «Звездочка». Танец с платочком.
программу гала-концерта продолжает Кристина Триумуратова с номером «Заплетись-ка, мой венок». Действительно состоялся праздник русского танца. Я хочу поблагодарить каждого участника коллектива за то, что они очень ярко, убедительно воплотили на этой сценической площадке свои хореографические возможности. Спасибо вам! Хочу также поблагодарить руководителей коллектива, которые создали хореографические номера. Естественно, хочется поблагодарить родителей, которые помогают, развивают
поверьте мне, это очень нужно. Они становятся чистыми, дети, от айфонов, от планшетов, сейчас, чтобы это, электронику это убрать. Они здесь очищаются ритмом, движением. И посмотрите на логотип, какой красивый у вас здесь. Вот эта вот матрешка красивая, да? Талисман. Этот талисман, я думаю, что приносит каждому участнику удачу, творческую удачу. Спасибо вам, творческих поисков, до новых встреч. Дипломом участника награждается Светлана Долгополова. Деревня Лоскутова, руководитель Светлана Бондик. Вручается хореографическому коллективу «Ромашка», деревня Лоскутова, руководитель Светлана Бондик. Дипломант третьей степени Всероссийского конкурса русского танца «Сибирская матрешка 2018». Кристина Леумуратова и Полина Мальцева. Город Юрга, руководитель Елена Кель. Поздравляем тебя, Кристина. Награждаются дипломанты третьей степени. Екатерина Мартышевская, Алексей Молчанов, Сергей Юдахин. Образцовый коллектив «Русские забавы». Город Томск, руководитель Наталья Гаврилюк. Город Северский, руководитель Елена Чудакова. Дипломант третьей степени Мария Голикова, город Северск, руководитель Елена Чудакова. Ольга Бородина, Полина Куценко. Хореографическая студия «Россияночка», Кузбасс, Юрга, руководитель Елена Кель. Диплом третьей степени вручается Злате Киселевой, хореографический ансамбль «Радужки», Центр сибирского фольклора. Второй степени нашего конкурса становится Диана Ульянова, деревня Лоскутова, руководитель Светлана Бондик. Можно аплодировать. Дипломатом второй степени становится также Арина Камалова, ансамбль «Школа-студия русского танца «Русские забавы». Второй степени становится также Дарина Ключко, хореографический ансамбль «Проскоковский сапфир», руководитель Галина Галеева. Вот дипломант второй степени Мария Голикова, город Северск, руководитель Елена Чудакова. Дипломантом второй степени нашего конкурса становится Денис Кугаевский, хореографический ансамбль «Радужки», Центр сибирского фольклора. Награждается также руководитель Вера Киселева. Поздравляем тебя, Денис. Thank you.
ансамбль народного танца «Калинушка», город Ленинск-Кузнецкий, Кемерская область, руководитель Ирина Прокопченко. Кислицына, хореографический коллектив «Жемчужина», гимназия 56, города Томска. Внимание, дорогие друзья, дипломантом первой степени нашего конкурса в номинации «Соло, дуэт, малая форма» становится Дарья Дедова, город Северск. Дипломант первой степени конкурса Диана Ульянова, детская школа искусств номер 8, деревня Лоскутова. Диплом лауреата третьей степени в номинации «Стилизованный русский народный танец» вручается Букатовой Татьяне. Хореографическая студия «Россиянка», Кузбасс, руководитель Елена Кель. Диплом лауреата второй степени вручается Ксении Набоковой, Арине Поповой, Ландине Сизаск и Диане Усмановой. Звездочка, город Томск. Диплом лауреата второй степени нашего конкурса вручается Марине Копачевой. Образцовый детский коллектив Кузбасса, хореографическая студия «Россияночка», Юрга, Кемеровская область. Дипломом лауреата второй степени награждается хореографический ансамбль «Задоринки», центр сибирского фольклора. Наконец, я так понимаю, самые главные победители в этой номинации. Диплом лауреата первой степени вручается Екатерине Бабковой, Полине Книппенберг и Анастасии Черновой. Звездочка, город Томск. Конкурса становится Кристина Тлюмуратова, «Россияночка», город Юрга, Кемеровская область. Лауреатом первой степени признан хореографический ансамбль «Хорошки», центр сибирского фольклора, руководитель Ирина Цветкова. Сценический русский народный танец «Дуэт». Лауреатами первой степени становятся Злата Киселева и Денис Кукаевский. «Радужки», центр сибирского фольклора. Еще один диплом лауреата первой степени. Он вручается Ольге Бородиной. «Россияночка», город Юрга, Кемеровская область. Кирилл Григорьевич, огромное спасибо. Здесь награждается.
награды вручены. Спасибо. Давайте аплодировать. Это член жюри нашего конкурса. Вы такой. У нас есть еще специальные призы для вручения награды в номинации «Лучшее решение сценического костюма». На сцену приглашается Галина Григорьевна Немцева, депутат Законодательной думы Томской области. Дорогие друзья, я, как Юрий Григорьевич, не могу ни руками, ни ногами станцевать, но поверьте мне, душа моя не меньше поет и танцует. Я благодарю участников, я благодарю организаторов за тот праздник, который они подарили томичам, Томскому государственному университету, друг другу, наверное. Вы знаете, у нас в последнее время очень много говорят о сохранении культурного наследия, о сохранении традиций. Так вот, организаторы этого чудесного конкурса и участники, они не говорят, они делают, они эти традиции сохраняют, они сохраняют это культурное наследие, за что им огромное-огромное спасибо. Я уверена, что этот конкурс станет доброй традиции для Томского государственного университета, который всегда был, есть и, я уверена, будет очагом культуры в городе Томске. Итак, специальный приз за лучшее решение сценического костюма вручается образцовому детскому коллективу Кузбасса хореографической студии «Россияночка». Юрга, Кемеровская область, руководитель Елена Акель. Спасибо вам, Галина Григорьевна. Девочки, поздравляем вас. Не знаю, какой из ваших костюмов лучше, честно. И еще один специальный приз. Для вручения специального приза лучшему солисту на сцену приглашается Елена Михайловна Васильева, заместитель начальника управления культуры администрации города Томска. Которые прозвучали ранее на этой сцене, сохранение русской традиции, русских культурных корней. Естественно, русский народный танец – это воплощение особого языка культуры, доступное всем нам и который понятен всем нам. Я хочу сказать слова благодарности всем родителям, которые сидят в этом зале, которые не просто сидят, волнуются, переживают за своих замечательных ребятишек, родителей, дедушек и бабушек. Я хочу поблагодарить наших замечательных педагогов, которые делают это чудо. Работая в управлении культуры, я отмечаю о том, что интерес к народному творчеству, народному танцу с каждым годом все растет. И это особенно замечательно, потому что русская матрешка, вот этот символ нашего конкурса, символ русской семьи. И этот конкурс способствует не только просто воспитанию, да, но и самое главное, воспитанию семейных ценностей. Именно в этом танце очень много ребятишек. И я благодарю ребята, молодые, юноши, девочки, мальчики, что вы вместе с нами учитесь этому добру. Вас воспитывают мужчин, настоящих будущих. Ну а для девушек это тоже огромная культура, русская народная, за сохранение семейных ценностей, за символ матрешки, процветанию нашему замечательному конкурсу, который с каждым годом набирает силу. И пусть в следующем юбилейном году никто не побоится принять участие. Все творческие коллективы, народные, самодеятельные, профессиональные, примут участие в этом конкурсе, потому что Юрий Григорьевич вместе со своими коллегами вчера произвели такой фурор на всех нас, для всех участников. Это мастер-класс. Любой конкурс – это совершенствование. Это не только соревнование, это самое главное – превзойти себя и услышать о том, что ты можешь еще быть лучше. С праздником всех нас, дорогие друзья, и разрешите вручить небольшие презенты победителю. Все одному, потому что это специальный приз в номинации «Лучший солист», который за танцевальный номер в горнице получает Марина Копачева. Россияночка, Юрга, Кузбасс, Кемеровская область. Поздравляйте. Символично, потому что подарки от гостеприимного Томска, а в изумрудном городе, это будет интересно тебе, но о твоей семье, об истории старца Федора, который тоже, собственно говоря, причастен к нашей
Томской земле. Всего самого наилучшего, с большой благодарностью администрации города Томска от управления культуры и по поручению мэра города Томска Ивана Григорьевича Клена. Эти подарки вам. Спасибо, Елена Михайловна. Поздравляю тебя, Марина. Сколько раз ты уже пришла сюда сегодня? Давайте поаплодируем Марину Кабачеву, лучший солист 4-го конкурса. Ребят, спасибо большое. Можно спускаться в зал и продолжаем на концерт. Поаплодируйте, поаплодируйте. Сегодня еще много наград. Не жалейте сил, денег. Недавно начался, тем более воскресенье. Итак, гала-концерт нашего конкурса продолжают солисты ансамбля «Радужки» Злата Киселева, Денис Пугаевский, Центр сибирского фольклора. Ну и парочка. Позиция Ванечка. Thank you.
подготовиться Калинка Алтай и Галочка. Спасибо большое. На сцену приглашаются участники конкурса в номинации «Стилизация русского танца». Отделом хореографического искусства Государственного Российского Дома Народного Творчества имени Поленова, преподавателя народного танца Московского Государственного Института Культуры, члена жюри нашего конкурса Анну Калыгину. Очень приятно, что этот конкурс набирает свою силу, продолжается, развивается. И вот этот принцип матрешки, который объединяет всех в себе, и больших, и средних, и маленьких, и совсем крошечных участников, он, конечно, у нас сохраняется. И я думаю, что наших участников, вот этих вот матрешечек, будет только прибавляться и прибавляться год от года. И, конечно, я желаю огромных творческих успехов всем-всем, кто сюда приехал на этот конкурс и кто еще приедет. И, конечно, сил, энергии, вдохновения организаторам конкурса, которые задумали этот конкурс, которые ведут его по жизни и которым мы со своей стороны, Российский Дом Народного Творчества, конечно же, будем помогать. Спасибо всем огромное. Дипломный участник награждается в студии современного танца «Свой стиль». Город Омск, руководитель Евгения Жестова. Дипломом участника награждается коллектив «Детское время», руководитель Татьяна Коваленко. Вот Евгения Жестова. Татьяна Коваленко, коллектив «Детское время». Фотографии, аплодисменты и девочки улыбаются. Хореографический коллектив «Букет», город Томск, руководитель Олеся Трофимова. Дипломным участником награждается хореографический коллектив «Ассорти», город Севиск, руководитель Елена Чудакова. Дипломом участника награждается хореографический коллектив «Задоринки», Центр сибирского фольклора. Татьяна Блинкова, руководитель. Не уставайте, не уставайте. Аплодируйте. Вот еще одна номинация впереди, еще гран-при впереди. Дипломом участника награждается образцовый самодеятельный коллектив «Танцевальный рай», город Томск. Диплом участника получает хореографический ансамбль «Витамин», город Северск, руководитель Елена Туманова. Диплом участника вручается хореографическому коллективу «Веснушки», руководитель Надежда Котенкова. Веснушки есть у нас? Пока нет, солнца было мало, а веснушки будут чуть позже. Всем назад. Диплом участника для хореографического коллектива «Эдельвейс», деревня Лоскутова, руководитель Елена Маратканова. Диплом участника награждается образцовый коллектив школы-студии народного танца «Русские забавы», руководитель Наталья Гаврилюк. Ну,
народный танец становится хореографический ансамбль «Хорошки» Центр сибирского фольклора. Дипломанта второй степени за танцевальный номер «Суматоха» в этой же номинации становится хореографический ансамбль «Хорошки». Не уходите далеко. Дипломанта первой степени в номинации «Стилизованный русский народный танец» стал хореографический ансамбль «Задоринки» Центр сибирского фольклора, руководитель Татьяна Глинкова. Лауреата третьей степени в номинации «Стилизованный русский народный танец» вручается коллективу школы-студии народного танца «Русские забавы». Лауреатом третьей степени в этой же номинации становится хореографический ансамбль «Улыбка» гимназия номер 13, руководитель Северина Абдулахидова. Награждается хореографический коллектив «Созвездие», город Томск, руководитель Лариса Тимошенко. Вручается Калыгиной Анне Александровне за существенный вклад и содействие в организации проведения нашего конкурса всероссийского русского народного танца. Спасибо, Анна Александровна, огромное. Продолжать гала-концерт. А продолжает гала-концерт выступление лучшей солистки 4-го конкурса «Сибирская матрешка» на сцене Марина Копачева в горнице. Горенка, горенка,
этот гала-концерт Екатерина Попкова, Анна Михеева и Екатерина Якимова с номером «Барышня». Нашего конкурса в ближайшие дни вы сможете взять на сайте Томского государственного университета. Там все будут выложены. И еще минуту потратим на то, чтобы поблагодарить спонсоров конкурса. Мастерскую танцевальной обуви Максима Ботти. Спасибо большое. Компании можно поаплодировать. Они же старались поддерживать. Компания классно сделана, которая изготавливает уникальные изделия из дерева и матрешечки деревянные, которые каждый участник получает. Они тоже сделаны этой компанией. Спасибо. Цветочная компания «Дари», которая делает уникальные цветочные подарки для уникальных людей. Спасибо за цветы. И большое спасибо кондитерской «Сэр Эклер» за вкуснейшие сладости высочайшего качества. Спасибо, что вы были спонсором нашего красивого праздника. На сцену приглашаются участники конкурса в номинации «Сценический русский танец».
ансамбля народного танца «Сибирские узоры» Всеволод Шкаровский. Добрый день, уважаемые друзья! Позвольте мне от всей души поздравить вас с этим замечательным праздником русского народного танца под названием «Сибирская матрешка». Хочу сказать огромное спасибо вам, дорогие участники, за те самые искренние положительные эмоции, которые вы доставили нам своим выступлением. Спасибо большое вам, уважаемые родители, педагоги, за то, что вкладываете в наше подрастающее поколение, в наше будущее столько сил, своего труда. Продолжайте воспитывать их с помощью русского народного танца, который является, наверное, таким залогом успеха в том, чтобы ребята росли самобытными, интересными, под стать действительно нашему русскому народу. И чтобы мы, как такая большая, великая нация, продолжали процветать. Ребят, вам успехов, конкурсу процветания и творческих новых побед. Спасибо большое вам. Диплом третьей степени награждается танцевальный номер «Веся капуста». «Русские забавы», Томск. Танцевальному номеру «Калинка». Коллектив «Школа-студия народного танца «Русские забавы». Дипломом второй степени награждается танцевальный номер «Земляничка-ягодка». «Русские забавы». Сделаем быстро и качественно. Улыбайтесь, вы же победили почти. Дипломатами второй степени становится детский хореографический ансамбль «Улыбка», гимназия номер 13, Томск. Основные частушки будут с вами. Дипломантом первой степени в номинации «Сценический русский народный танец» возрастной категории до 7 лет становится танцевальная группа «Задуринка», Томск, руководитель Анастасия Молчанова. Танцевальный номер «На рыбалке». Дипломантом первой степени становится коллектив «Созвездие» за танцевальный номер «Капустинская крутёха». Дипломом лауреата третьей степени награждается хореографический коллектив «Танцевальный рай». Томск, руководитель Елена Широкова. Дипломом лауреата третьей степени награждается танцевальный номер «Веселая кадриль», хореографический коллектив «Топотушки», город Томск. Мальчики, бегите, конечно, вы же тоже рады.
родные, оттуда же. Поздравляем вас. Диплом лауреата третьей степени получает детский хореографический коллектив «Ладушки». Номер танцевальный, который назывался «Марьюшки». Лауреатами второй степени в номинации «Сценический русский народный танец» становится коллектив «Русские забавы». Танцевальный номер «Ах, Весенний мой, Есенин». Можно музыку не убирать, чтобы под музыку веселее фотографироваться всегда. И детям, и взрослым. Спасибо. Лауреатами второй степени становятся на нашем конкурсе хореографический ансамбль «Созвездие» за танцевальный номер «Барнян». Далеко не отходи уже, похоже. Лауреатом второй степени становится хореографический коллектив «Ручеёк», город Томск. Руководитель Наталья Лукашова и Ирина Сорокина. Номер назывался «В лунном сиянии». Диплом лауреата второй степени вручается ансамблю танца «Витамин» Северск. Танцевальный номер «Северская подплясочка». Итак, диплом лауреата первой степени нашего конкурса вручается ансамблю народного танца «Калинка» Барнаул за хореографическую композицию «Ванечка». Спасибо руководителям, поздравляем ребят. Награждается танцевальный номер «Девичья Задорная». Хореографический коллектив «МАДО» номер 45, Томск, руководитель Анастасия Молчанова. Диплом лауреата первой степени. Танцевальный номер «Корушка Параня», ансамбль «Улыбка», гимназия номер 13, Томск. Руководитель Северина Галахидова. Диплом лауреата первой степени получает танцевальный номер «Сибирская праздничная». Школа-студия народного танца «Русские забавы», Томск. Все, благодарственное письмо Юрию Григорьевичу и Всеволоду Николаевичу за помощь, за содействие. Ну и нашему, конечно, Всеволоду Николаевичу за то, что он много-много лет с нами конкурс проводит и помогает. Ну и, наконец-то, познакомимся с таким замечательным человеком, веселым, жизнерадостным Юрием Григорьевичем. Мы очень рады, честно слово. Мы вас так полюбили и ждем еще на наши конкурсы. Я приношу удачу всем почему-то. Я его поцелую обратно. Уважаемый жюри, как это вам? Уважаемый жюри, где у нас Анечка? За вами пришло такси. Мы просим извинить нас, но такси не хотят ждать. Поэтому мы давайте проводим вас аплодисментами. Аплодисменты вам спасибо. А мы продолжаем. Спасибо большое. Спасибо огромное всем членам жюри. Хорошей дороги и до новых встреч. Надеемся, через год. А мы продолжим, потому что такси за нами еще с вами не пришло. Итак, мы провожаем тех, кто участвовали в номинации «Сценический русский танец» и участников, и победителей. Спасибо, ребят. Возвращайтесь в зал.
Гала-концерт. Продолжает танцевальный номер детско-юношеского центра «Звездочка», номер, который называется «Балагуры». Задорная. Thank you.
все участники нашего конкурса для вручения главной награды сибирской матрешки, четвертой по счету. Проходите, пожалуйста, на сцену. Всероссийского конкурса народного русского танца «Сибирская матрешка» на сцену приглашается человек, который этот конкурс придумал. Руководитель школы хореографического искусства Академии танца Лариса Быстрицкая. Спасибо огромное, что вы сегодня пришли. Спасибо, что вы занимаетесь этим удивительным видом танца, русским танцем. Учите его, потому что он безграничный. Его невозможно выучить ни за день, ни за год. Его можно учить всю жизнь. Спасибо вам огромное, ребята, за ваш творческий позитив. Спасибо, руководитель, прям низкий поклон, особенно тем, которые работают с маленькими ребятишками. Я знаю, как это сложно. Вы молодцы. Огромное вам спасибо. Ну и наш гран-при получает, наверное, уже все догадались. Награждается Живаев Владимир, Живаев Владислав, Тёма, Кита, звёздочка. А на куре вместе станцуем. Музыка. В мае 2019.